В Южно-Сахалинске прошли соревнования «Хрустальный лед». В мероприятии приняли участие воспитанники трех учреждений. Это спортсменки из отделений художественной гимнастики спортивной школы по плаванию, ФК «Сахалин» и Дворца детского творчества. Всего 156 человек. Чтобы попасть на городские соревнования, юные спортсменки прошли внутренний отборочный тур в своих школах. Гимнастки выступили с программами, в которых использовали мяч, скакалку, булавы и обруч. Предусмотрена была и категория без предмета. Это соревнования для самых маленьких гимнасток, которые только начинают свой путь, которые недавно пришли из спортивной школы. И, естественно, нигде, как именно здесь мы должны отсмотреть и уже сейчас выбрать какие-то маленькие звездочки, чтобы тренеры могли обратить на них внимание и вести их дальше как бы уже к более высоким уровням соревнований. После своей первой победы у маленьких художниц будет возможность принять участие в более серьезных соревнованиях и выступить на области.